Межрегиональный фестиваль инклюзивного творчества «В ритме равных» пройдет в Сарове впервые. В город приедут гости из Москвы, Дзержинска, Арзамаса, Мурома, Тамбовской области и Республики Бурятия. Фестиваль пройдет с 26 по 29 апреля. В эти дни пройдут образовательные семинары для специалистов, работающих с детьми и молодежью с ОВЗ и инвалидностью. Сарачане смогут обменяться опытом и практиками с коллегами из других регионов. Параллельно будет идти территория «Импульс». Территория «Импульс» включает в себя мастер-классы, различные интенсивы творческие для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Мы будем и проводить наши лаборатории танца, лаборатории вокала, ну, в таком миниатюрном, скажем так, масштабе по сравнению с тем, чем у нас ребята занимались 8 месяцев. Вот. Но все-таки наши приезжие гости попробуют на себе испытать, что это такое. Для участников фестиваля подготовили обширную программу из экскурсий и различных активностей. Гвоздем программы станет выступление мотивационного спикера Алексея Транцева. Молодой человек, лишенный обеих рук, поддерживает сотни инвалидов по всей стране. Алексей Транцев проведет семинар и тренинг. На протяжении 8 месяцев участники клуба «Лотос» занимались в лаборатории танца, лаборатории театра, лаборатории вокала. Ребята постигали азы творчества под руководством опытных наставников. Результаты своих трудов они представят на заключительном концерте «Зажигай», который станет яркой точкой инклюзивного фестиваля. Этот концерт станет площадкой творческого пути, творческого начала молодежи с ограниченными возможностями здоровья и молодежи нормотипичной. Они вместе будут петь, танцевать. И здесь выступят в том числе и, опять же, исполнители из города Москва, из города Арзамас, из города Муром. Организация фестиваля стала возможна благодаря победе в конкурсе фонда президентских грантов. В подготовку к празднику включились и предприниматели, и городские учреждения, и волонтерские организации. Всех горожан приглашают стать частью масштабного события. Посмотреть подробную программу межрегионального фестиваля инклюзивного творчества «В ритме равных» можно в группе ВКонтакте молодежного центра для лиц старше 6 лет. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Евгений Иващенко, служба новостей Саров, 24.